Авария с участием мотоцикла и седана на улице Магнитогорской. Попутчице байкера потребовалась помощь медиков. Nissan Sunny двигался по проспекту Столетия Владивостока в направлении Второй речки. По словам рулевого седана, он ехал в пробке, поэтому скорость машины была не более 30 км в час. Заметив, что соседний ряд начал движение, автомобилист попытался перестроиться влево, где как раз было свободное место. Однако это стало серьезной ошибкой, поскольку мужчина не заметил приближающийся мотоцикл. Ну как, видите, пробка была. Стояла машина сзади, просто тупо остановилась. Все в пробке стояли. Начали, как освободилась полоса, начали потихонечку двигаться. Вот он зеркало задел, и то есть я вот на своей полосе практически. Ну что, погода такая. Он, видать, торопился. Далее последовал удар в заднее колесо мотоцикла, в результате чего он опрокинулся на бок. Сам байкер успел соскочить с падающего двухколесника, а вот его пассажирке повезло куда меньше. Всей своей тяжестью байк придавил ее ногу. Участники аварии тут же постарались вытащить девушку из-под транспортного средства. После этого ее передали в руки подоспевших медиков, которые доставили пострадавшую в ближайший травмпункт. Пострадавший в ДТП есть? Да, жена и я. А как вы думаете, из-за чего? Мотоцикл, конечно. Из-за чего могло произойти ДТП? Ну, невнимательность, наверное, водителя. Мотоцикл также получил серьезные повреждения и потерял способность к самостоятельному передвижению. С места происшествия его забрал эвакуатор.